Первая гонка после рождения дочери, долгожданное возвращение. Дарья Домрачева дебютирует в новом сезоне на этапе Кубка мира в Оберхофе. Трехкратная олимпийская чемпионка выйдет на старт спринта на 7,5 километров. Белорусская биатлонистка отправится на дистанцию под номером 50. Всего в гонке примет участие 91 стреляющая лыжница. Кроме Домрачевой, в спринте выступят еще три белорусские. Надежда Писарева, Ирина Кривко и Дарья Юркевич. Прямую трансляцию из Оберхофа смотрите сегодня на телеканале «Беларусь 5», начало в 16:05.